Всем привет, это моя первая рампа. Сегодня самостоятельно, без всякой помощи подъехал. С первого раза, блин. Причем тут так узко. Вот так заехал туда и потом сюда. Встал в линию, офигеть. Ну, и мой грузовичок вот здесь стоит. Как-то вот так. Что, начинает получаться вроде. Главное, что никто не мешает. И не надо нервничать. Сейчас загрузился, уже буду выезжать. Такие вот новости, такие вот успехи у меня, друзья мои. Итак, всем привет, друзья. Привет всем из Швеции. Вы на канале Филимонович Дальнобой. Что-то таха у меня, блин, начинает фигней заниматься. Какая-то ерундистика. Ну ладно, об этом позже. Итак, ну что, я сегодня загружался на Русте, или как он там называется? Руста. Это база. Здесь в Швеции это магазины, сеть магазинов таких. Вот. И что могу сказать? Сегодня у меня была моя первая самостоятельная рампа на длинномере. И я вам скажу, что благодаря Дэну, Дэн, если ты меня смотришь, тебе привет большой. Спасибо. Сейчас будем пробовать выезжать. Ну, потратил я, ребята, ну, наверное, 5-10 минут. Потому что реально Дэн мне помог. Что сейчас здесь нужно нажимать? Будет. Узнаем. Да. А, ничего не надо нажимать. Можем ехать. Короче, я доволен. Там парень Виталик стоял из этого самого. Просто смотрел, он говорит, ну вообще перфектно заехал. Ну, говорит, лучше не бывает. Я сам поразился себя, честное слово. Так, и сразу перейду к одной вещи, да, моих разговоров. Не знаю, кто там что там воспринимал. Но тут, блин, мне говорят, что где-то в каком-то я видео сказал, что я буду отсюда уходить, блин, 100%, все дела. Что-то я такого не припомню, блин, я такого не мог говорить. Я говорил, если у меня не получится, нафиг мне этот нужен стресс. И, ну, не будет получаться к рампам заезжать, то тогда я буду прощаться. Вот это я говорил. Более того, я на прошлой неделе, ну, сейчас все по порядку. Итак, сколько я тут уже, ребята, четвертая неделя заканчивается, как я работаю в Ахале. Что могу сказать по работе? Ездить мне нравится, очень нравится. Потому что машина идет замечательно, все отлично. Но вот эти подъезды к рампе, конечно, они, блин, невыносимо действуют на мозг. И я очень-очень сильно нервничал. Для меня это был очень большой стресс. Да, он, в принципе, и сейчас есть. Продолжайте ехать по дороге 3 километра. Работа впереди. Но сам факт, что я что-то уже понял. Дэн мне на прошлый выходных на базе, мы там поехали, он мне показал примерно, что и как надо делать. И я так в спокойной обстановке, хотя рампа там была в углу, можно сказать, предпоследняя, с правого борта заехал и встал в ниточку с первого раза. Что приятно удивлен сам себе. Так вот, что за это время произошло? Значит, первую неделю, ребята, я работал на машине коллеги, на Пашиной машине. Вот, потом пересел вот на эту Сканию, как бы это закреплена машина уже за мной. То есть, если я останусь, то это будет моя машина. Как-то так. Что, ну, когда работал на Пашиной машине, у меня была вот здесь рампа как раз, вот здесь, именно в Русте была моя первая рампа. Я там мучился, и, короче, мне коллега просто, ну, помогал, ну, с улицы, да, показывал. Через 400 метров, вправо, влево, налево, руль, там, потом поверните направо. Смотри сюда, смотри сюда. Это была моя первая рампа. Потом в процессе работы у меня, это еще было на Пашиной машине, на этой машине у меня долгое время не было рамп, полторы недели, потом была одна рампа, который я натворил бед, я сломал там кое-какие вещи у себя, коннектора, блин,
короче, разнервничался, а это еще был Юск, а на Юске там самопогрузка, а палеты там не такого плана, не европалеты. Как хотят, так и грузят их там, и это просто можно руки сломать. Через 200 я помню, метров поверните направо. Когда я работал на... Что ты? Я же тебя выключил, микрофон. Когда я работал еще в Хейстеркампе и возил Юск датский, я помню, ну там была система такая, что мы приезжали, брали трейлер, который уже был загружен, понимаете? И вот выгрузки были там такие. Кстати, с правой стороны место, где можно стоять на паркинге, Пост-Норд. Я в прошлый раз здесь стоял, но сегодня в другом месте стоял, потому что у меня вообще интересный вчера день был, и Таха еще как начала ерундой заниматься, ну и сейчас занимается ерундой, завтра будет сервис, надо будет сказать им, что это за фигня. Так вот, блин, сломал фишки, одну, вторую, блин, номер погнул, короче, заломил. И нервничал я от того, что я стою, не могу подъехать, хоть и говорят, что да ладно, не торопись, все спокойно, все понимают, все начинали. Вы знаете, когда вы, блин, подъезжаете к рампе задом, а с левой стороны стоит 5 машин и смотрят, как ты этим занимаешься, ну, они не могут проехать. И с правой стороны еще 3 машины стоят, тоже не могут проехать и ждут. Все ждут. Все ждут и смотрят этот цирк, как я там, блин, ломаю машину. В итоге, я вам скажу честно, вышел парень из полуприцепа, болгарин, говорит, давай сейчас тебя загоню, а тут что-то как-то, блин, все очень интересно получается. Ну и он мне загнал машину, вот это была вторая рампа. И я там так расстиховался, я, блин, подумал, приеду я на базу, нафиг, блин, скажу шефу, что не мое это, еду домой, и поеду домой. Потом я успокоился, спасибо Артурику, он мне там помогал, пытались мы вместе что-то починить, но в итоге решили ехать, он мне там прикрывал задницу, потому что у меня огни не горели, работал только... Через 400 метров воздух, на втором, да? Повороте ABS-овский кабель, налево, потом поверните направо. Не этот, не освещение, ничего, все было разломано. Пришлось чинить это на базе уже, покупая эти фишки. Они не дешевые, я вам скажу. Ну, все это было потом. А на тот момент я просто уже успокоился и написал боссу поверните письмо. Поверните налево, потом поверните направо. Я сильно извиняюсь, но если я в течение этой недели, вот которая вот сейчас идет, ребята, не подружусь с рампами, то нафиг мне это все надо. Я поеду домой и я думаю. Поверните направо, потом езжайте. Прошу на меня понять. Крутые правый. Вот. Ну и вот неделя проходит, рамп у меня не было. А, была одна рампа буквально в начале недели. Через 200 метров. Да, в начале недели была одна рампа, но это был магазин, и я бы даже заехал бы на него после уроков с Дэном, но получилось так, что, во-первых, езжайте на автостраду. Я стоял на горке, меня машина, ну, короче, там на площадке гололед, и пока, блин, не приехал этот трактор, да, там с песком, с щебенкой, что он там набросал, я так рампе не смог подъехать, потому что я не мог нормально двигаться на машине, так скажем. Она буксовала на месте. Потом когда посыпал, ну я там, как бы так говорится, подрочился и подъехал к рампе. То есть уже было первое. А вот сейчас я, ну конечно, может быть это случайность, может быть что, но сам факт, я уже понимаю, что нужно смотреть именно за доли. Да, доли, то ли кукла, да, по-английски. Это тележка, на которой стоит такая тележка в виде замка на полуприцепах, и на ней стоит полуприцеп. Такие вот новости, друзья мои. То есть сейчас я еду на паром, и у меня 45-ка начинается, но с этим тахографом я вообще ничего не могу понять, как мне что с ним делать. Ладно. Такая ситуация, что вчера я еду,
И вдруг он мне ни с того сего показывает, что я должен стоять 11 часов в паузе, понимаете? Но при этом я знаю, что у меня есть две девятки. Ну ладно, пишет 11 часов, я там особо не вижу, когда это начинает. А потом в один момент уже вечером я понимаю, что он мне говорит, что я должен встать не после 13 часов на 11-часовую паузу, и не после 15 часов, а после 14 часов. Это вообще непонятно что. Ну, короче, я плюнул на это дело, проехал 14 часов 46 минут, встал на паркинг, закрыл смену, вытащил карточку, сосчитал ее у себя на... У меня есть считыватель карточек, и у меня никаких нарушений нет. Все в порядке. Я могу отдохнуть 9 часов, все дела. То есть, блин, все отлично. Но тахограф, вы знаете, да, что тахограф — это самое главное, блин, момент. Ну, я сделал распечатку на всякий случай. Показывает другое. И утром он мне показывает, что должен стоять 11 часов, а не 9. Но у меня погрузка. Хотя я мог, конечно, постоять 11 часов, то есть еще 2 часа. А здесь меня коллега ждал, вот этот Виталий, который не мог понять, все я возьму палеты или что-то оставлю. Но в итоге я загрузил 19 палет в машину. Да, 19 палет я загрузил в машину. А в эту самую фуру я загрузил 33 палета. Короче, 52 палета я взял. Ну вот. И короче, когда я начал, я позвонил в офис, там говорит, да нет, у тебя все в порядке, у тебя девятки, все дела. Ну, давай, говорит, посмотрим. Начинает мне рассказывать, я говорю, да, у меня такие же самые записи, все аналогично. Ну ладно, сделал распечатку, поехал. Но все равно он тут мне показывает, не считает мне там, сколько я еду. Короче, такое ощущение, что вот по тахографу смотрю, у меня нарушение. Ну, будет у меня сервис. А дело в том, что мне на базе соединяли что-то тахограф вместе с этой, как, с планшетом. Может быть, это что-то повлияло, ну, я не знаю. Вот. Честно. Ну, короче, я стартанул, у меня там показывает, не высвечивается, сколько я еду, сколько я могу ехать. Пишет только 9 часов стульчик. Он вообще пишет, как будто я на стульчике сижу. Что я... Ну, короче, он пишет 9 часов стульчик, 4:30 я могу ехать. Что это означает, не могу понять. Здесь он показывает, что 13 минут уже еду. Здесь он показывает 34. У него такое меню, по-моему, знаете, как будто я вот стою. И вот 0 часов движения он показывает. Что я могу еще 0 ехать и 9 часов теперь стоять должен. Короче, еду как есть, блин. По тахографу понимаю, что это нарушение. Ну, что делать? Ну, распечатки есть, все в порядке. Надеюсь, все будет хорошо. Напомню, это, блин, этот самый тахограф, не какой-то там вот, да, вот или как он там называется. Это Сигейтовский, кажется, как он там называется, сканевский тахограф. Что-то какая-то тут связь между сканей, что-то, наверное, не то. Ну, в скане как раз в сервисе буду, скажу. What's happening with Tahoe. Так что вот так. А сейчас я еду на паром. На паром я попытаюсь снять один видос. И вот сейчас думаю, блин, как. Попытаюсь сейчас стать на 45-ку. Перед паромом. Используя паром, он идет там 9 часов. Либо все-таки потом на базе встану на 45-ку сразу. И отстаю там. Такие вот пироги, такие вот. Какие мысли есть у вас, почему так ведет себя тахограф, может быть, ты сталкивался с этими сканевскими тахографами.
я пока разобраться не могу. Найду сейчас инструкцию в интернете, как пользоваться паромом. Потому что Виталик сказал, у него такой же. Как-то он по-другому пользуется, я что-то вообще не понимаю. Паром один раз только нажимает, когда заезжает. Вообще я что-то до конца не понял. Дэн говорит, что он вообще, блин, два раза сначала нажимает паром, потом еще два раза на паром нажимает. Бредовый, короче, тахограф какой-то нестандартный, живет своей жизнью отдельно от всех. Ну ладно, на этом, ребята, я буду видео заканчивать, потому что буду пытаться делать короткие видео. Но надеюсь, что у меня все пойдет хорошо, я останусь здесь, и тогда уже пойдет видео по обычным, в обычном режиме, да, буду рассказывать вам о всех нюансах нашей работы, погрузки, выгрузки, паромы, все дела. Ну, а на этом все, друзья мои. Как обычно, берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока!